Сумная новина пришла в коллектив телерадиокомпании «Гомель». На 81-м годе жизни перестало биться сердце нашей коллеги Виктории Михайловны Колчуновой. Она была мастером своей справы, человеком необыяковым из активной житевой позиции у профессийной творчести. Выховала не одно поколение поспяховых телевизийных пераемников, для яких з'являлась надейным сябром и прикладом для переймання. Виктория Колчунова родилась 29 листопада 1937 года. Творчую деятельность в Гомельском областном телерадиообъединении начинала редактором молодежной редакции, где отпрацевала 25 годов. Сюда трапила по размеркованию после закончения журфака Московского державного университета в 1960 году. Тогда и техника была недосконалая, и телебачение робило первые кроки, але молодежка створала передачи, якія глядели деле и про какие говорили. Вершиней профессийного майстерства Виктории Колчуновой стала посада головного режиссера. Миновито при яе непосредном уделе на гомельском телебачении был организованный процесс одночасовых сдымок нескольких передач. Коллектив телерадиокомпании «Гомель» выказывая глубокие спочувания родным и близким Виктории Колчуновой. Мы глубоко смуткуем разом с вами. Светлая память об этом выдатном человеку назавжды застанется у наших сердцах.